Зай нам сюда. Аплодисменты. Как на самом деле все просто. Просто приведи друга, которому нужна работа, а всем нужна работа, потому что студенты у нас что да, делают, да. Когда идут на работу? Они работу ищут, чтобы что делать, как думаешь, Александр? Зарабатывать. За что? На что зарабатывает студент? Ну, подсказка у тебя под ногами. Бух. Да, на бух. Бухучет. Бухучет обязательно. На бухгалтерские решения 1С. Вот, Александр позвал своего друга, как зовут? Данил. Данил. Вот, позвал своего друга Данила. Он оформил договор, начал работать. Прошел уже обучение, да? Ну вот, и, соответственно, запах денег, запах лавешек за своих друзей. Аплодисменты. Так будет с каждым. Я предупреждаю. Вот, поэтому включайтесь и зовите друзей, и будет точно так же. Но 500 рублей, это так, это чисто замануха здесь сейчас. Самое интересное то, что вы, приведя друзей, их записываете себе в команду. Сразу же, автоматически руководитель записывает их вам в команду. Их товарооборот считается к вашему дополнительно. И вы можете уже сразу же в первый месяц выйти на уровень тренинг-менеджера или, как это называется, 12%, это как называется? Руководитель отдела продаж. И руководитель отдела продаж, и ребята у вас в команде дают вам сразу два первых...